Хе-хе-хе-хе-хе-хе, мальчики, девочки, всем привет от Кэт из городка Вискасвилл. Сегодня буду отвечать на ваши вопросы. Несколько раз меня уже спрашивали, как это я... Ой, чуть со стула не упала. Как это я такая спортивненькая, активненькая, как я качаю ноги. Ребята, я даже никогда этой цели не сдавала, не сдавалась. Вот какие ноги они у меня есть, такие и есть, вы знаете. Единственное, что я уже говорила, я делаю зарядку. Так что сейчас я вам покажу специальную зарядку, которую я делаю на ноги. И вот, наверное, от этого и такой результат. Не знаю, я не особо такая по фитнесу. Я говорила уже, что я увлекаюсь йогой. Получается, мне как бы заниматься ею не так часто получается заниматься, как я бы хотела. Но редко, но метко. Например, сегодня я выкроила времечко для себя любимой и сходила на йогу. Чувствую себя замечательно. Душа слилась с телом, и настроение просто превосходное. И также покажу свой спортивный аутфит сегодня. Так что, кому нравится, оставайтесь со мною. Ча-ча-ча, ча-ча-ча, ча-ча-ча. Покажу вам свой спортивный аутфит. Вы меня спрашивали, показываю. Кофточку вы уже ее видели. Я делала обзор, когда мы с подружкой ходили на шопинг. Это от Victoria's Secret из Пинка, да? С такими вот собачками. Кофточка вот эта вот тоже у меня из старой коллекции Victoria's Secret. Так, шортики мои спортивные, я их обожаю. Nike's. Потом, что у меня здесь, ребята, если вам видно, да? Кроссовочки у меня куплены на великом-великом сейле, на продаже. Что-то за $20 купила, но они, вы знаете, по цвету мне нравятся. И они очень легенькие, просто дышат замечательно. Такой материальчик вообще, это пошишечный. Это у нас Polo. Вот, дешево и сердито. Носочки у меня от Tommy Hilfiger. И вот она я, вот такая вот я, вся спортивненькая. И сейчас я вам покажу несколько упражнений, которые я обычно делаю. Зарядка, она у меня просто такая, знаете, любительская, никакая не профессиональная. Вот я это просто делаю для себя, делаю это каждое утро перед тем, как подняться с постели. И это у меня как отче наш. Вы знаете, я когда не сделаю зарядку, я себя чувствую не особо хорошо. А так, вы знаете, растянете все мышцы, все косточки разработаются у вас, ручки-ножки, кровь разгонится, поэтому замечательно, хорошо, всем рекомендую. Ничего такого особенного нету, а результаты, наверное, налицо. Все мне делают комплименты. Спасибо, спасибо вам.